Конечно, я хочу подарить вам 8 марта цветы. Цветы для поздравления. Ну, что еще художник может сделать? Ну, конечно, все, любовь. Любовь подарить. Цветы. Говорят, что это осколки красоты, разбрызганные на планете, чтобы постоянно напоминать, что жизнь прекрасна. И женщины наши, берегини наши, я поздравляю 8 марта всех. И маленьких-маленьких девочек, и седовласых, умудренных жизнью и поэзией жизни. Всех-всех женщин, независимо от возраста, характера, профессии и вкусов, всем цветы дарят мужчины. Именно потому, что цветы олицетворяют жизнь, дают вдохновение, и поэтому я тоже дарю цветы для поздравления. Вы знаете, друзья мои, как нам сегодня не хватает в мире общечеловеческой любви. И я надеюсь, что этот праздник послужит миру на планете. Да-да-да, вот представляете, потому что цветы, я бы сказал, это тоже вечные общечеловеческие ценности. До встречи, друзья. Обнимаю вас. Будьте счастливы.